приветствую на канале Альгуш АСМР. Сегодня будет АСМР обзор вот такого вот набора из магазина Fix Price. Эпоксидная смола. Набор для рисования. Стоит такой набор, значит, до 250 рублей примерно. Или 249, в общем, 250 рублей. В картонной упаковке в набор входит эпоксидная смола, активатор, отвердитель, краситель, дерево, полиэтилен и пластик. Комплектация набора: эпоксидная смола, отвердитель, краситель, стаканчик, палочки для размешивания, рисования, артборд для рисования, натуральное дерево, перчатки, одна пара, цветовая гамма. Здесь три цвета: голубой, такой розовый и белый. Давайте будем смотреть, что внутри, открывать. Здесь вот с этой стороны тоже все написано и указано. Ни разу я не рисовала эпоксидной смолой. Хорошо вымешиваем.
написано в инструкции. Девочки, вы когда-нибудь рисовали, мальчики, эпоксидной смолой? Это так интересно и занимательно. Она такая густая, смотрите. Thank you.
Вы смотрите. Такой морозный узор получается. Да. Морозное утро. Красивое. Очень классно. Я хочу вот на всю дощечку. Чтобы было красиво. Это такая подставочка будет. Сейчас мы вот так сделаем. Вот. И теперь можно рисовать любые рисунки. Посмотрите, какая красота. Рисунок меняется через каждый. Я хочу еще добавить синенького. А розовый на этой тогда сделаем. Давайте еще немножко синего добавим. Как это классно вообще. Просто, просто супер. Мало очень только. Мало красок. Мало красок. Шикарный, красивый рисунок получился. Так, теперь наливаем розовый оттенок на эту дощечку. Льем розовый оттенок. Распределяем его. Дощечки наши. По поверхности нашей дощечки. Пигмент, конечно, слабо выраженный. Розовый слабо выраженный, но тем не менее, как сделали производители, так и будем его делать. Вот так вот натягиваем. Натягиваем, натягиваем. Смола уже застывает. Застывает смолка. Вот так, вот так, вот так, вот так. Сейчас беленького добавим. Тогда он вообще, наверное, сольется. У нас еще синий остался. Давайте попробуем, не знаю. Зимние веточки такие, как
солнышки. Теперь белого. Белого возьмем. Так вот будем добавлять слегка. Вот так. Белый с розовым. Слился. Сюда.
всем делать. И вот так вот рисовать. Единственный минус — это мало цветов. Развернуться негде, так сказать. Поэтому получается вот такая вот красота морозная. Вот, мои солнышки, я желаю вам всего доброго. Добра и счастья вам, и хорошего, отличного настроения.